Всем большой привет! Просили больше вот таких вот влогов, походить, чего-то поснимать. Это мое читальное место. Днем я люблю читать. Вот подушки я, вот они хоть так сейчас лежат, а вообще я их стоячком ставлю, чтобы сидя. Я никогда лежа не читаю, мне неудобно, чтобы подушечки торчком торчали. А так как у нас деревянный подлокотник, там больно спине. Вот поэтому с подушками. Так. Что у нас тут? Лаки, которые я в Project Penny имею и которые я хочу сегодня накрасить, потому что тянет уже снять ароматы. Вот, а раз тянет снять ароматы, надо, чтобы ноготочки были в порядке. Крем для рук мы с вами выбирали. Потихонечку уходит, нравится. Но у него такой, как Саша сказала, как будто крем для ног. У него эфирные масла как будто там внутри. Где моя красавица? Контроль. Строгий контроль. Весы тоже строгий контроль. А за май, вот с 1 мая примерно я тут стараюсь. Ну, плоховато, конечно, стараюсь, но стараюсь. 3 килограмма ушло. Надеюсь, будет получаться дальше. Также, если за месяц 3 килограмма, то в целом-то это неплохо. Книги, которые я сейчас читаю, это Хосейни. «Эхо летит по горам». Ну, я, правда, еще вот страниц 100 прочитала. Мне нравится начало. Единственное, что так как автор Афганистан, да, то страшноватенько немножко. Куваев «Территорию» я прочитала, начала повести читать. Но немножечко автор советского времени, немножечко так суховатенько он пишет. Ну, знаете, как вот, если спросить у мужчины, который не очень любит что-то рассказывать, вот он может рассказать, там, да, пошел, заболел, проболел, выздоровел, вернулся. А можно было бы вот больше чувств, я не знаю, как это сказать, но вот не хватает, мне не хватило у этого автора чувств к тем историям, которые он описывает. Единственное, что так как он был сам геологом и пишет о, ну, саму вот эту территорию о геологах, что, возможно, это основано на реальных событиях, поэтому так немножечко суховато. Много главных героев, но, в принципе, интересно. К слогу, когда привыкаешь, то уже нормально. Не просто так я вам тут на букет показываю, посмотрите. Вот нельзя, девчонки, есть такую зелень. Все равно, вот сколько бы я ее тут ни шугала, ни гоняла, все равно успевает откусить, надкусить. Вот, видите, все подстригло. Тюльпаны это вообще нельзя, но я посмотрела, тюльпановые листья не тронула. Им тюльпаны нельзя. Вот она, сама красотка. Эй, Люся, вот, давай посмотрим. Посмотрим мы с вами, как Люся умеет. Люсин домик, она его обожает. И так смотрит на птичек. Бывает, уснет здесь, тут, там, либо... Люс, покажешь свой домик-то? Говорит, да, вот твою не трогаю. Либо вот у нее тут. Не пускает. Люсина. Все Люсина. Ну, иди. Иди. Пыхтит, злится на меня. Да куст... Сейчас меня укусит. Нельзя маму кусать. Нельзя. Зачем цветы сожрала? А? Ты же не коза. Это козы зелень. Да, козы едят зелень. А Люся, это зачем? Ну и как я сейчас загну? Мне нужно заглянуть. Да, ругаешься. Не кусай меня. Не кусай. Не кусай. Я кое-что покажу. Куда мы с вами прилезли? Вот, травку. Посадили мы Люсе травку, чтобы она ела. Единственное, что я Максу говорю, принеси землю. Он принес мне землю для орхидеи. Я говорю, а там другая же должна у меня земля быть. Не было. Пошла я землю этот с орхидеями остатки убирать, где у меня земля хранится. Там два пакета еще обычной земли. Ну, в общем, с орхидеями земля. Вот она, наша красотка орхидея. Там бутылка с водой стоит, отстаивается для полива. Вот эти плохонькие стали. Не знаю, что с ними. Не то солнце. Но у нас солнце здесь до 10 утра. И уже уходит. Вот здесь вот, ну, рассвет.
и уходит туда, как бы, ну вот что-то происходит. Я орошаю, вот видите, и леечек стоит, и прыскалка стоит, не знаю, что не так. Вот цветы портятся почему-то, сохнут, и вот, может быть, чем-нибудь полить. Вот они прямо даже, видите, кончики какие. Люсь, ты не досмотрела. Вот чего это такое? Растут нормальные, а потом... Кто знает, что происходит. Потом вот такими вот становятся страшными. И уже цветок-то не радует. Такой-то. Прям они аж отваливаются. То, что... Видите, с вами нахрюкали. Кто знает, цветоводы, рассказывайте. Видите, как полностью прям высыхают. Не знаю, что делать. Ну, в общем, у Люси трава растет. С кактусами все хорошо. Видите, кактусы тоже заставила горшками, потому что эта звезда, когда видит муху за стеклом или еще кого-нибудь, она прямо гребет, не соображая, а они же колючие. И вот заставляю таким образом, чтобы она не бросалась на цветы. Вот. Все, наверное, рассказала, показала. Ладно, это я потом уберу. Да, красавица моя? А, красавица? Вот села. Нельзя. Нельзя. Это не твоя зелень. Зачем маму-то кусаешь? Маму-то зачем кусаешь? Здесь все без изменений. Украшения. Это у меня Катюшка бывает. Берет, потом меняет. У меня их очень много. Вот. А так она унесла, поносила, вернула. Следующие взяла. Вот это мне нравится. Под однотонный верх. Вот такая милота. Ну, конечно, не золото, бриллианты, но все-таки. Вот эти очень красивенькие. Где они? Вот они. Вот эти хорошенькие сердечки. Видите, какие. Надо макияж какой-нибудь сделать. Девочки, вы бросите макияж на камеру. Я слепая. Я слепая, я ничего не вижу. Поэтому я криво-косо накрашу, и будет это потешно. Понятно, что поболтаем, но вот как-то... А это у меня чего? А, это для волос. Это она, наверное, перепутала что-нибудь. Крабик. Причем вот эти вот крабики, они когда-то были совсем новенькие. И мне кажется, на Катину свадьбу прическу, когда делали, вот они были прямо как серебряные, все блестели. Ой, вся голова такая была. Чего ты тут делаешь? Чего ты делаешь? Ты балуешь? Уже чего-то нет. А, вот помада уронилась. Слышу, что-то грохнуло. Ладно, встретимся еще в этом ролике. Что-нибудь вам покажем с Люсей. Давайте я с вами так поздороваюсь. С лицом немножко. У меня там стирка не досохла еще. Сейчас сырость, на улице дождь, поэтому долго ждешь стирочку. Так, по поводу, я вам как-то показывала себя, ну вот, не знаю, 3 килограмма видно или нет, но мне кажется, муж сказал, видно, уже видно. Что я опять включилась? Давайте сделаем мне маску. 1000 лет делала я с вами вместе маски. И хочу я какую-нибудь вот прямо, вот что-то типа вот такой 40+, чтобы было эффект лифтинга. 30+, 30+, но Дениска чихает за стенкой. Макс посуду моет. Дениска начихивает. Он работает там. Вот, наверное, вот эту мы сейчас с вами сделаем. Да, наверное. Давайте. Так что шумовой эффект. Семья вся дома. Скоро каникулы. Но сначала экзамены. 9 класс у нас заканчивает Макс. Ну то давайте пошлите. Будем делать эту
Вот такая я красотка. Вообще у Виленты, хочу обратить внимание, такие потрясающие лекала. Девочки, меня исправят, лекало. Все идет на шею. Очень удобно. Кстати, смотрите, какие у меня сережечки. Они еще неоновые, светятся в темноте. На юге, когда были с Максом, купили, и я их ни разу еще не надевала. Классно, особенно когда свет выключишь, а уши мои светятся. Всегда видно, где мама идет. Но я еще, так как не носила их, лежать 15-20 минут, потом ополоснуть водой лицо. То есть эта маска не остается на лице, ее потом надо будет ополоснуть. Ну, наверное, не всю смывать, а просто лицо ополоснуть написано. Так что будем полоскать. Ладно, буду лежать. Собиралась снять пустые баночки. У нас на Валберес приехал заказ. Вот такой мы заказывали контейнер с прессом для засолки 9,5 литров. Почему-то мы думали, что он будет больше размером, а он такой компактненький, аккуратненький. Понравилось тем, что, во-первых, и ручки есть вот такие вот, достаточно герметичные заглушечки, и с клапаном для засолки идет вот этот вот пресс. Ой, я одной рукой не выну, потому что здесь все плотненько. Оно вот прям действительно, вот видите, прям прессуешь, и вот отсюда воздух выходит, потом уже можно заткнуть. Вот, то есть такая хорошая штука получается. Ну, по крайней мере, нам понравилось. Будем капусту в ней солить как раз на семью. Ну, на какое-то время хорошо. И хранить в холодильнике умещается. Вот. Всем хорошо. Или всем хорош. Вот такой вот контейнер хотелось вам показать. Ландыши, сестренка. Так, и куда мы? Ну вот посмотрите, что делается. Любопытная Варвара. Вообще-то по столам у нас не ходят девочки такие. Давай, 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 давай. Сейчас подвернет. Иди, ты сегодня уже была в кадре. Давай. Все, ушла. Так что надо найти ему местечко пока. Тряпочку вешаем, чтобы от газа не летели брызги на стул. Близковато, стол большой, пустые банки. И как бы места не так много получается. Давайте еще разочек включусь. Хочу просто про маску сказать. Очень хорошая. И гладкое лицо, и когда смываешь ее, прям вот лицо, наслаждение. Действительно, есть лифтинг-эффект. Лифтинг-эффект, вот вы знаете, ощущается. Понятно, что с одной маски ничего особо не видно, но вот приятные ощущения на лице есть. Мне понравилось. Ее, если курсом 2 недели пройти, то будет вообще, мне кажется, хороший эффект, как вот после хорошего косметолога. Курса косметолога, кстати. Вот. И что я хочу... Мне пора помыть кисточки, и, наверное, мы с вами это сделаем. Мы не будем мыть вместе, но кисти надо мне в порядок привести. Видите, уже пыльные, грязненькие. Ну, не все, но уже пора. Многие тут уже чумазенькие стоят, и их пора помыть. Блок продолжаю на следующий уже день. Цветы убрала, потому что Люся просто, вот не знаю, как коза в огороде, она так на них и набрасывается, пытается есть. Унесли мы с вами вчера, ну, вернее, вчера я обещала помыть кисточки. Посмотрим, сохнут, как они у меня. Надо добавить. Ватные диски закончились. Сейчас убиралась, тоже пыль протирала везде. Так, куда мы идем? Вот сюда мы идем. Новую книжку вам покажу. Кронина. У Кронина вышла новиночка. «Блистательные годы» и «Гран Канария». И тут 3 произведения на самом деле. Ой, не выключила я звуки. Оказывается, 3. Я об этом узнала уже, когда получила. На русском впервые. 2 повести. «Блистательные годы» и «Местный доктор». И вот
Гран. Канария это роман. Такое. Я обычно не читаю. Потому что бывает столько спойлеров. Я уже говорила вам, что в замке Броуди лучше вообще не читать, потому что. Да вообще, и вот Цитадель тоже, когда я читала, тоже аннотация такая, что пол книги, даже больше половины, вам расскажут. Сам покажу звезду. Вот она. Вот она, как сладко спит. Девочки просили в этой комнате показать окно. Окно у нас выглядит вот так. Оставила я старые здесь пока занавески. И сейчас мои мужчины пошли за жалюзями. Мы заказывали в конце апреля. Их вот только-только сделали. Так что сегодня, я надеюсь, все по размеру подойдет. Они получат их. И сегодня повесим. Завтра с утра солнышко не будет в лицо в 7 утра светить. Потому что в наши окна с утра раннего солнце светит. Ну, а как вы понимаете, такой занавес не защищает. Вот. Так что у нас стулька вот так спит. Ей помогает Чаля. И мышка маленькая. Вернулись мои мужчины. Они сегодня, наверное, часа 3 или больше отсутствовали. За жалюзи ходили. Видимо, по всем магазинам прогулялись. Так, что-то они тут купили. Творожки купили. Ой, какие красивые помидоры. Томаты розовые. Попить добрый айран, что-то лимонадное. Это сливки мне для капучино. Я просила их на ужин мне тан или айран. Вот видите, и тан, и айран. Это, наверное, себе они взяли. Коровка из кореновки, сгущенка, судя по всему. Ой, вот это очень вкусно пахнет. Это, наверное, что-то красное и копчененькое. Очень вкусно прямо пахнет. Так, я уже отложила в другое место, уже не пойду туда. Курицу гриль они еще взяли, горяченькую. Я как раз до их прихода занималась, начала мыть кисти. И сейчас вам кое-что покажу. Так. Закрыла пока кисти. Давайте Макс вам похвастается, что ему подарили. Да, в честь выпускного решил мне сделать подарок. Коробка сохранилась, к сожалению, не очень, но зато сам контроллер в полном порядке. Упакован он, честно говоря, очень приятный, я сам не ожидал подобного. Вот какой хорошенький. От Xbox геймпад я давно хотел уже. Очень приятно, держать его удобно. Да, нравится? Да, конечно. А мне нравятся вот эти разноцветные буковки. А, кстати, только на черном они вот такие вот полупрозрачные. Во всех других они черные чисто. Поэтому я взяла, ну, именно черный вариант. Он наиболее красивый для меня был. Ну и при включении у него наиболее подходящий начинает светиться он, индикатор. Вау. Да, в честь ему выпускного. Правда, еще впереди экзамены. Но он так старается последний, вот, ну не последний, он весь год старается. Но вот сейчас прямо усиленно и учит, и сдает, и пересдает, где там надо подтянуть, подтягивает. Вот, папа решил сделать Максу приятное. Так что поздравляю тебя с выпускным. Спасибо. Досрочно. Мы в тебя верим, видишь, поэтому поздравляем. Ну, а я продолжаю мыть кисти. Видите, уже там часть помыта. Макс прячет. А я... Вот видите, их стало чуть больше уже. Потихоньку намываю. Раскладываю. Вот это вот так вот. А вот наши жалюзи. Так, опа. Проверка. Контроль. Контроль. Строгий контроль. Мышку никуда не дели. Мышка на месте. Люся, как тебе жалюзи? А? В глазки светить Люси не будет с утра. Это хорошо. Не надо будет лапами закрываться. Люсе все нравится. Говорит, вешать надо. Да. Все, оценила. Говорит, куда. Сейчас покажет тебе. Давайте мы с вами куда попрощаемся. Покажу вам мои труды.
почти все перемылись. Перемылось. Осталось совсем немножко. Вот две кисти, которые я вообще очень люблю и в путешествия брать. И как-то в этот раз они у меня спрятались. А вот для глаз остались только самые такие крупные. Остальные все в использовании были в этот раз. Давайте буду с вами прощаться. Жалюзи мы еще не повесили. Когда повесим, я в каком-нибудь влоге покажу. Наверное, давайте так. Всем хорошего настроения. Жду ваши добрые комментарии. Если хочется за что-то поругать, лучше воздержитесь. Давайте учиться хвалить больше, потому что трудно снимать, когда тебя ругают. Всем хорошего настроения. Берегите себя, встречайте лето. И всем пока-пока. Вот они, цветочки, спрятанные от Люси.